Итак, всем привет! У нас сегодня на обзоре классический газированный напиток кола или просто кола по-русски. Вот такая якобы кола нашел. Есть еще такие же новые лимонады. Я хочу посмотреть, где он произведен. Изготовитель Владимирская область. А, в Владимирском области он изготовлен, а адрес... Изготовитель, это да, а произведено где, в каком городе, не написано. Вот такую колу, да, извиняюсь, что так, она называется, сейчас скажу как. Позитиви, кола позитиви называется. Ну, сейчас попробую и скажу, нравится мне такая кола или нет. Ну что, сейчас будем пробовать эту колу в позитиве. Ну, есть какое-то сравнение с оригинальной колой, которую производит Америка, американская кола. Но до той американской колы ей еще далековато. Она мне напоминает, вот, который мы недавно со Славой делали обзор, называется или Good Cola, или какая-то там такая это пластмассовая железная банка с синей такой этикеткой. Я просто не могу вспомнить название, но вот у нее точно такой же вкус. За оценка 4. До пятерки не хватает ей немножко, но оценка 4. Твердая 4. Даже можно сказать с минусом, но я поставлю просто 4. Четверку твердую. Всем удачи и пока-пока.